Вітаю вас, це позаючі невідомі факти життя найвідоміших людей світу. Наш гість сьогодні – телеведучий і найвідоміший сатиричний актор Володимир Зеленський. Щиро вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. Скажіть мені, пане Зеленський, чого ви не жартуєте українською мовою? Чого не шутимо по-українськи? Ну, навіть не знаю, як сказати. Ну, як, ну ми шутимо по-українськи. Конечно же, шутка – это вообще моментальная, по сути, вообще хорошая шутка – это моментальная реакция человека. Uh-huh. Ну, мыслящего, скажем так. Я никого не хочу обидеть, но я имею в виду мыслящего в нашей профессии. Uh-huh. Поэтому я моментально реагирую на русском языке, ну, потому что я, скажем так, воспитывался в русской семье. Ну, какая же еще семья может быть в Кривом Роге, конечно. Да, да. Нет, ну, тем не менее, я как бы, когда у нас политические юморы, мы шутим и на украинском языке, я, в принципе, говорю по-украински, угу. Ну, вот, ну, когда это к месту. А говорят, что самый лучший экспромт – это домашняя заготовка. Это правда? Ведь как я долго думаю, значит, это правда. С Филиппом Киркоровым это был прописанный сценарий? С Киркоровым очень много импровизаций. Да? Очень много, да. Ну, то есть он быстро реагирующий и очень хороший актер. Он, конечно же, много репетирует. Как бы это сейчас укор украинским звездам, правда? Да, потому что наши звезды, они приезжают на репетицию «Вечернего квартала». Они приезжают, говорят, ну хорошо, откуда тут идти, отсюда? Ну понятно. Я говорю, тут нам хотелось бы... Вов, ну мы ж народные. Угу. Вот. А оказывается иногда, что они и народные на самом деле артисты. Вот. С Киркоровым тут обратная ситуация. Переживает очень сильно. Репетирует много. Угу. Шутит. Ну, и, конечно же, дает возможность, вот, воздух, угу. воздух, чтобы ты мог симпровизировать. Киркоров был у нас в гостях, и да? он сказал, что для него большая честь сниматься в фильме, в который в Соединенных Штатах снимается по вашему сценарию, да? Что это за история? Фильм называется «Любовь в большом городе». По нашему, ну, роману, громко говорит, да, по нашей повести, скажем так, под названием «День Святого Валентина». Угу. Мы написали сценарий. И мы сопродюсеры, Украина с Россией снимает этот фильм, с украинской стороны студия «Квартал 95». Фильм о любви, подарок будет всем женщинам, так как мы на самом деле люди в жизни достаточно трогательные, правда, и ранимые. Поэтому мы любим кино не пародийное, а любим кино такое, знаете, как там, где можно поплакать. А почему Киркоров в главной роли? Он не в главной роли. Ну, да? он не в главной роли. Это он уже Филипп Петрович симпровизировал. Вот. Он один из героев этого фильма. Там три мужские главные роли и три женские главные роли. А почему в Соединенных Штатах вы снимаете? Я вам объясню. Дело в том, что вообще изначально сценарий был написан про Киев. Так. О Киеве, да? И эта история была в Киеве. Вот, но мы все время авторы, да, авторы этой истории, мы все время пытались найти какую-то, знаете, какую-то романтику необъяснимую, непонятную. Но чтобы зритель, приходя в кинотеатр, мог забыться. И мы искали все время этот город. Киев, он очень близкий, теплый, да, но все равно ты начинаешь узнавать улицы. Ой, здесь я ходил, значит, такое не могло быть. А там волшебная история, в принципе, сказка. Ну вот, поэтому мы... Москва очень холодная. Питер, ну, вообще не наш. Ну, по сути, по настроению. Кривой Рог. Кривой Рог, ну, мало романтики. Очень мало. Много воспоминаний теплых детских, а романтики мало. Поэтому был выбран Нью-Йорк. Действительно, это как... Ну, все-таки что-то есть, да, в нашем сознании. Для людей, мне кажется, Нью-Йорк, ну, что-то вот такое, вот что-то необычное. Не может быть, да. Да. И вот приключения этих ребят, такая очень лирическая, романтичная комедия. Угу. Ваши родители мечтали о том, чтобы вы стали актером? Нет. Нет? Не просто не мечтали. Знаете, как это назвать? Антимечта. Так. Антимечта, но они считают, это антимечта, слава богу, осуществилась. Ну как они смирились с тем, что ваш удел веселить публику? Ну, это вообще очень сложный момент. Была профессия выбрана другая, юрфак. Вот, гуманитарий,
Представляете, в технической семье гуманитарий. А к гуманитариям, а математики вы сами понимаете, как относятся. Ну да. Это извечный спор физика-физика. Да, да. А что, вас прорабатывали родители? Как они говорили? Володя, да что ты? Нет, ну родители не прорабатывали, им было достаточно того, что они не давали мне свободного времени. То есть они меня все время куда-то записывали. То есть то я хожу на какие-то вычислительную технику какую-то, я хожу к папе, папа там дает этим, причем дети сидят. А я уставал, потому что у меня было много всего. И сидели дети, спецкурс там кибернетиков. Сейчас папа будет обижаться, потому что я этими понятиями, видите, как легко бравирую, да, но на самом деле глубины этих понятий я сейчас уже не помню и не понимаю. И вот когда дети сидели за компьютерами, там смотрели, да, а я... Там параллельно этому где-то там играл на фортепиано и учился, и при этом там еще спорт был, я уставал. Вот когда они сидели, и моего папу вот так вот слушали, я, вы знаете, вот это вот, вот так вот все время себя ловил, засыпал на этих уроках, было тяжело просто. Ну и не мое, знаете, вот не мое. Ну что папа об этом всем думает, мы сейчас... Папа понял после того, когда он мне разрешил курить. В каком классе? Нет, это было в институте. А, только в институте? Да, когда мы уже, знаете, как по-взрослому, отец и сын, так. Но пошли на площадку, поговорим о твоей судьбе. Так. Выпили по 50 грамм, я говорю, папа, ты меня должен понять, да? Так как ты человек такой максималист, ты должен меня понять. Я хочу быть первым в своей профессии. Глядя на тебя, я никогда не буду лучше, чем ты. А хуже, чем ты... Я быть не желаю в этой профессии. Понимаешь? Я хочу быть первым. Слова не мальчика, но мужа, да. Сказал папа. Да, папа взгрустнулась, знаете, скупая мужская слеза. Обнял и, в общем, отпустил. Благословил. Да, отпустил, как рыбу. Ну, а сожалеет или нет, мы сейчас посмотрим. Есть у нас одна история. Это, да, практически как все начиналось, если вам интересно. В школе он тоже во всех кружках он участвовал. Потом он там даже в бальных танцах, хотя он вначале классный руководитель не хотела, ой, классный руководитель заставила, и он говорит, я не пойду, я не хочу. А она, ну, пойди, Вова, ну, пожалуйста. Он решил пойти и тоже там занял первое место. У него есть грамоты по бальным танцам, он немного занимался. Я не знаю, сколько, ну, может быть, там год он занимался бальными танцами. Музыкальную школу я его сдала, на пианино играть. Он не закончил школу музыкальную, потому что там получилось так, что ему двойку поставил преподаватель по музыке, поставил ему двойку. А директор позвонил и говорит, ну пусть он придет пересдаться. Он говорит, мама, я пересдавать не буду. И мне незаслуженно поставили. И вообще он был в школе старостой класса, был как бы организовал в школе КВН. Я вообще-то его поддерживала, а муж был немножко против. Муж хотел, чтобы он пошел по его профилю. Дело в том, что многие ребята, они учились в 95-й школе, а потом поступили к нам в институт. Они все правоведы, учились в одной группе. И я у них одно время читал вычислительную технику. Честно говоря, я с ним дополнительно занимался, я хотел бы, чтобы он нормально выглядел. И когда он учился в институте, я могу честно и откровенно сказать, я не ходил и не просил о том, чтобы ему поставили оценку. Безусловно, мы ему советовали другое. И думали, что увлечение КВНом – это временно. И он поменяет, так сказать, он выберет профессию. Он ведь юрист у нас, закончил наш институт, вот, правовед. Но, наверное, КВН больше его привлек, и это стало его жизнью. Он говорит мне, вы не обижайтесь на меня, но я просто не могу часто приезжать. А звонит он почти каждый день. Может, там бывает один день не позвонит, и то потом, ой, мамочка, ты прости, ты извини, что я не позвонил. Ты знаешь, закручиваюсь так, что... Ну, я его понимаю тоже, работа есть работа. И он работает с утра и до ночи. Тяжело, конечно, было расставаться с ним. Мне как-то было даже какой-то камень здесь. Я ему говорила, Вовочка, может быть, все-таки ты одумаешься, может быть, ты останешься. Он говорит, мама... Не надо мне уговаривать. Ну, вот я так считаю. Ну, раз считаешь, что я же не могла его привязать к себе. Понимаете? Поэтому пришлось отпустить его и поделать. Да.
Вот умеете вы. Я был такой веселый, а Дерзь грустно улась. А что, с вами тоже такое случается? Ой, ну, конечно, случается. Да? Да. Все, правда, что все весельчаки сентиментальные до слез? Да, мне кажется, что очень. Да? Да, но я не знаю, как все. Но я когда-то, знаете, когда тебе 18 лет, ты боишься это показывать. Вот, а сейчас... наоборот. Какой путь вы прошли? Потому что, в принципе, же очень много людей играют в КВН, очень много школьников, студентов шутят, да? А успех и успешную карьеру, и целый бизнес смог на этом выстроить только Владимир Зеленский. В чем тут секрет? Ну, это я не знаю. Да, это сложно сказать. Я считаю, что это огромная удача. Большой действительно был опыт в КВН, Москва, общаешься среди таких людей, затем 6 лет жизни в Москве и приезды туда постоянно, и уезжала оттуда, соответственно, в этой среде много писали, многим командам писали, читали, развивались, вот. А что случилось у вас в Москве? Ведь поговаривали, что у вас была возможность, во всяком случае, остаться в Москве, что у вас конфликт с Масляковым произошел? Ну, из КВН ушли из-за конфликта с Александром Васильевичем. А что там произошло? Знаете, даже за глаза разные версии озвучивали. Что было на самом деле? Потому что за вас же радовались не только родители, а радовались все наши, да? Да. Потому что это был огромный успех. Не всякая украинская команда могла добиться в Москве того, чего смог 95-й квартал. Да. Как-то, вы знаете, с годами я... Забылось? Забыл, устал, и воспоминания от этой игры у меня только остались положительные. Но вы когда теперь с Масляковым встречаетесь? Мы не встречаемся. Вообще? Да. Мы не встречаемся, даже когда вот сборные, ну, чтобы было понятно отношения, какие существуют, их нет просто. Угу. То есть я действительно ничего не испытываю к этому человеку. Вообще. Я страшно любил этого человека, а сейчас, а потом был период юности, когда я, вот, собственно говоря, как с фортепиано, да, это, опять же, это глупость, юный максимализм. Ах так, значит, не любовь, так ненависть, да, вот. А сейчас у меня спокойствие. Мы никогда не встречаемся, то есть вот начал и забыл, были там всесоюзные там сборы очередные, там старые-старые КВНчики, то есть были все, кроме нас. Угу. То есть это говорит, в принципе, его отношение к нам. То есть вас просто не... Он не простил нам успешную самостоятельность. И все. Ну, скольким людям сегодня вы даете работу? Сколько народу у вас сегодня работает? Потому что вы создали целую корпорацию. Что это? А вы знаете, и это, в принципе, как бы, знаете, меня подтолкнуло к этой идее, к мысли о том, что ведь таких, как я, просто мне везет. А рядом есть такие же, как я, не менее талантливые люди, но у которых тоже вот так, но только им меньше везет. Значит, нужно собраться вместе. Ведь там, когда было очень много команд КВН, это тоже был свой мир. Угу. Мне, моим коллегам, если хотите, я не знаю, как правильно сказать, пришла мысль, а давайте соберемся вместе. В итоге в 2003 году мы собрались в городе Киеве. Нас было трое, сейчас нас 50. Угу. 50 человек в студии «Квартал 95». Мощный, очень мощный авторский состав, 26 авторов, 10 актеров и достаточно профессиональная административная группа. Говорят, что из Москвы вы перекупили очень многих сценаристов, правда? Мы не перекупили их. Ну, как, можно и так сказать. Так. Чем можно сегодня купить сценариста? Меня, допустим. Не деньги. Тем более сценаристы успешные, которые в Москве. Это старые наши коллеги, мы вообще знаем друг друга, потому что мы в одной кухне, как говорится. Можно интересной работой купить. То есть мы пишем кино, да, и мы такие, мы взялись это делать, да, и мы точно это сделаем. И вот мы сейчас создали два фильма, и оба они выйдут. Вот, две комедии. И дальше будем развиваться, несмотря на кризис и так далее, там, не обращаем. Свои заработанные деньги мы вкладываем в людей. Ну, вы же тоже купили квартиру в Киеве. Да, но у меня еще осталось. Ну что, мы нашли некоторых участников вашей команды. Если вам интересно, что они за глаза-то о вас говорят, мы сейчас посмотрим. Да. Мы как-то
Так получается, мы знакомы очень давно, но о детстве вспоминаем крайне редко. Но если вспоминаем, то это очень много всяких интересных нюансов, потому что были очень шебутные в детстве. Постоянно нас кто-то поправлял, постоянно нас усмиряли. Мы были совсем маленькие, это первый или второй класс школы. Приходит соседка, говорит... А где Денис и Володя? Мама говорит, ну, где-то во дворе, наверное, гуляют. Она говорит, Танечка, ты пойди к горсполкому, у нас горсполком, они там валяются на траве и троллейбусом дули показывают. Легкий вечер, вечер наступает вдруг. И если делать нечего, тебе мой друг. И если ты от жизни от своей устал, может быть, заглянешь в наш вечерний портал. Передача «Позаочи». Сзади Владимир Александрович Зеленский. Сейчас я на него буду говорить гадость. Где-то в классе 10 у нас появился коллектив, студенческий театр эстрадных миниатюр. Назывался «Беспризорник». Вот. И в один прекрасный момент, я назовем это прекрасный момент, нам понадобились ребята в коллектив. Ровесников толковых не было, но я краем уха слыхал, что есть у нас... толковые ребята в школе, то есть в 95-й школе, в Кривом Роге еще. Я пришел как-то посмотреть на этих толковых ребят. Я не помню, что они ставили, это Вовка и Денис, по-моему. Вовка играл яичницу. Пузо было подложено, он так все шикарно делал, то есть очень органично. Мне понравилось. Сразу после этой всей истории я подошел и лично пригласил. Ребята, не хотели попробоваться у нас? Доброго ранку, дядьку. Здравствуйте, дядьку. Здравствуйте. Вовка был парень известный, и уже через несколько лет после нашего знакомства КВН, как бы, да, с ТМ, КВН, все это продолжалось, но его пригласили в «Транзит». Это была такая криворожско-запорожская команда, Криворожско-Запорожье «Транзит», и его пригласили вот на одну из ролей. Но вы не представляете, что на тот момент значило это событие. Это было, вы знаете, вот ступени к Парнасу, а это был сам Парнас. Вот туда, куда ездил «Транзит», то есть высшая лига, Масляков, зрители, Первый канал. Это нереальная удача была. И Вовку, нашего Вовку, его позвали. Александр Васильевич, извините, игра такая. Каким он был, таким он и остался, как в песне поется. Он всегда был настойчивым, он всегда был требователен к себе, к людям, ко всему. То есть он делает все на 100%. Репетиция в полноги, есть такое выражение, там в полножки, да, это отсутствует. Поэтому я считаю, что он работяга, прежде всего, да. Человек талантливый, человек достойный, человек очень целеустремлен. Вот такой он был, такой он и будет. Что такое звездная болезнь? Мы не понимаем. Это что, болезнь, которую ты подцепил от звезды? Все такой же, местами нелепый, абсурдный. Самые положительные, главные качества, которые... всегда во мне вызывают определенную радость и оптимизм. Это его жуткая трудоспособность. Он трудоголик во всем. Он никогда не сидит на месте, постоянно в работе, в работе, в работе. И это очень сильно сказывается. Не только на нем одном, а на самой студии «Квартал 95» как таковой. Это безумный двигатель всей команды. А где обручальное кольцо? Вот. А что ты его прячешь? Да где я прячу? Ну ладно, ну не сердись. Ну все, извини, пожалуйста. Он стал, ну что ли, жестче. Но это не недостаток, а, скажем так, вынужденная мера. Потому что, ну, в тех условиях, в которых он работает, не знаю, может, Вовка это и скрывает, но он трудоголик. И в том состоянии, в котором он постоянно находится, повышенной активности, сосредоточенности, мыслей, то есть он все время что-то ищет, думает, придумывает, ну, невозможно, знаете, еще и быть таким лояльным, мягким, таким душкой. Поэтому, конечно, иногда случаются всякие моменты, острые углы, но, слава богу, мы умеем это все сглаживать и прощать. А я, вы знаете, некоторые недостатки его, я считаю, что это достоинство. Тоже та же вспыльчивость, да? Вспыльчивый человек, он быстро отходит.
То есть вот эти вот обиды на года, на века, они не нужны никому. Он раз вспылил, он тут же забыл все. В коллективе без дружбы не может быть и речи. То есть проекты, которые мы же играли, там были команды проекта. То есть тупо собираются толковые, талантливые ребята, собираются в кулак, и они играют. Они, как правило, там год-два и рассыпаются. Мы, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, мы больше 15 лет вместе, и дай бог, дай бог. Наш вечерний квартал. Такой большой сюжет. Зеленский, вы перестали быть душкой? Подушкой. Душкой, ну, не знаю. Знаете, наверное, в той речи было очень много того, что я сегодня ощущаю. Знаете, я действительно, наверное, я не потому, что я не стал жестче, я так не считаю. У меня нет времени на... Любезности? На любезность. У меня уже нет времени на... А чего вы ко мне не приходите? Заходи. У меня нет времени. Я, знаете, как... Нельзя так, наверное, сравнивать, но, по-моему, Фелпс, да, это сейчас олимпийский чемпион, да, вот я примерно так вижу свой день рождения. Знаете, я вот нырну, старт, начало года, я плыву, день рождения, и все, и дальше плыву, понимаете? И я вот так работаю, я себя полностью отдаю. И... Я вот настолько всех этих людей люблю, знаете, что я какие-то вещи просто, я просто не замечаю. Мне кажется, что поймут. Мне нет времени на это. Поймут. Все понимают, что нужно выдерживать мой ритм. То есть я не могу войти в ритм ребят. А что вас может, вот они говорят, что вы можете вспылить, что вас может вывести из себя? В принципе... Почти ничего. Ну, какие-то рабочие моменты. В принципе, в жизни я вообще... Ну что, они не выучили текст или что-то не так и сказали реплику. Что вы можете сделать? Накричать, выругаться матом? Знаете, как? Нет, матом могу. И накричать могу, да. Но я готов, у нас такие отношения, что я готов услышать это и в свою сторону. То есть это не отношение подчиненного, это больше отношение друзей. Знаете, фронт, война. Телевидение. Бежим. Бежим, а ты вдруг встал. Ты что встал? Бежать. Солдат, я-то бегу. То есть, понимаете, я не начальник, он подчиненный. Мы два солдата. И мы должны бежать одинаково. Это моя позиция в жизни. Я бы хотел иногда там куда-то поплыть на острова какие-то и там писать вечерний квартал. Вот так. Не получается. Уже давно это профессия. А как же вы отдыхаете, если вы так много работаете? Отдыхаю, наверное, дома, домой, когда я прихожу ночью, когда ребенок спит. Я тихонько так, знаете, так тихонечко подхожу, так смотрю. Посмотрел на нее, отдохнул. Или на сцене, там, выступаешь, сложный концерт квартала. Выступили, вот есть этот момент, жалко, что он секундный. И вот зрители аплодируют. А если они еще и встали? Боже мой, я как на Мальдивах побывал. Да вы что? Да. Но с помощью вашей профессии, вот что вы можете сегодня себе позволить? Потому что же за глаза вас зачислили в списке небедных людей. Да? Что могу позволить себе? У вас личный водитель, секретарь, что есть? У меня есть водитель. Так. Вот, ну, который возит, на самом деле, это насчет моей жесткости на работе и лояльности, который возит всех. Ну вот, но приоритет, я приоритет, да. А секретарь, нет, секретаря, ну, есть очень много людей, которые там что-то помогают, кофе носят. Есть некогда, носят сосиски на работу. Мы пишем, едим огурцы, шпроты, сосиски. Кстати, очень вкусно. Да? Да. Иногда едим хлеб, но перед съемками приходится отказываться, потому что начинаем поправляться. Да, у вас диета? Чем. Да, есть немножко. Да, ну, диет немножко есть. А что вы, не едите хлеба после семи, что? У меня такая очень сложная диета, знаете, я просто не ем. Вообще? Да. Ну, сколько вы можете продержаться без еды? Ну, неделю. Неделю? Могу неделю не есть. Вообще, я очень люблю поесть. Страшно. И вообще я очень много ем. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Да. И вот, но когда я работаю, я просто не замечаю этого всего. Там что-то приносит, а я ем, знаете, как всеядно. Если мне поставить, ну, бак с мусором, я думаю, что я его съем. Потому что мне абсолютно все равно, что есть. Вот во время профессии. Работа. Да. А дома у вас есть семейные праздники? Как вы обычно вот проводите? У нас семейный праздник самый большой, это папа дома. Да? Да. Считается так. Вот, конечно же, день рождения жены, день рождения дочки. Ну, конечно же, я очень люблю компании вообще.
И, в принципе, поэтому у нас на работе работает наша компания. И профессионалами все стали с годами. И почему многие из одного, из родного города. Мы даже отмечаем день рождения. Мы даже день рождения отмечаем. Вот все равно я люблю, вот чтобы было громко. Все 50 человек? Ну, максимально, сколько можно. А за глаза про вас говорят, что вы человек, который не просто зарабатывает деньги шутя, а шутя общается с олигархами. Мне кажется, что вы писали сценарий к юбилеям и годовщинам практически всех известных олигархов в Украине. Разве не так? Ну, многих. Так? Да. Ну и каково это, быть на дне рождения у олигарха? Ну, не знаю. Знаете, это сложный вообще. Это сложный процесс. Как отказать выпить ему со мной? Это первое сложный вопрос. А вы отказываете? Отказываю, потому что я работаю, я не могу. Я просто не могу. Не потому что я такой, знаете, святой. Я люблю выпить. Так. Не скрою. Ну, я не пьющий человек. Вот. Сложно работать с такими людьми. Почему? Потому что людей нужно удивлять. А мне все равно, честно говоря, кто он, олигарх или нет, у нас примерно одинаковая цифра нашей работы. Да. А сделать нужно хорошо. А этих людей вообще сложно удивлять. А вы олигархам смету вы повышаете или нет? Или цены для всех одинаковые? Ну, примерно одинаковые. У нас меньше, самые маленькие цены у нас для гастрольных концертов, там, где зритель покупает билет. Да, почему? Ну, понятно, почему. Вот. А все корпоративы, я вам честно скажу, что я не фанат. Почему? Корпоративных праздников. Ну, просто, конечно же, хочется большой отдачи. Не хочется слышать тарелки и вилки. С годами я перестал во время своих речей слышать, как кто-то ест. Это радует. Так. Мне, конечно, нравятся дни рождения более богатых людей по одной только причине. Потому что у них, как правило, большой ресторан. Так. И тогда я вообще не слышу чавканье. Не вижу ничего. Я издалека плохо вижу, тем более, когда рампы светят. Я отключаюсь. Знаете? Вот поэтому. Вот для них, да, вот. Ну, работаем. Для меня это профессия, работа. Причем мне все равно, насколько человек богат. Действительно хочется, чтобы и им было весело. Ну, кто из наших олигархов самый капризный? Кто самый требовательный? Кому очень требовательные все. Да? Я вам скажу, вот был день рождения был у мэра нашего Леонида Михайловича Черновецкого. Это же надо так провести день рождения Леонида Михайловича. И при этом также надо же и шутить. Так. И мы шутим. Так. Знаете, что мне больше всего нравится? Что они готовы воспринимать это. А я в наших выступлениях не готов отказываться от острого юмора. Несмотря на то, что это их день рождения. Ну, как-то все вот как-то хорошо. Чего? Ну, и вот у Суркиса было тоже достаточно требовательно. Вот. А что требовалось? Ну, там вообще, ну, требовательно. Они переживают. Понимаете, они же живут не в нашей с вами жизни. Они переживают, что потом скажет Коля, Петя, Вася, Жора, Наташа. И эти все, они же там в списках Forbes. Да, и эти Петя, Жора и Вася, их очень много. И не дай бог кто-то что-то там. Они просто переживают. Так, чтобы перед людьми не было стыдно. Да, но я вообще не считаю, что... мне кажется, чтобы им перед людьми не было стыдно, это не связано с нашим выступлением. Это связано с их профессией. Так. Вот пусть они там налаживают. А вы мне скажите, вы же, когда готовили сценарий ко дню рождения... Леонида Нецепучева, да, кстати, вот было. Скажите мне, вы же заставили петь самого Виктора Михайловича Пинчука. Конечно. Как вам удалось? Что заставили? Во-первых, мы предложили. Так. Все исходят от идеи, да. Мы предложили, он долго сопротивлялся, но в этом сопротивлении и отказе было видно его... Четкое согласие. Спросите меня, простите. Да, да, да. Вы меня уговорите, ну, пожалуйста. Нет, он так не говорил. Да. Но я-то вижу, то есть мы-то за годы профессии уже немножко в психологии людей разбираемся. Конечно, ему хотелось деду Лене сделать приятно. Знаете? И Виктор Михайлович был готов. Он, понятно, там не самый известный оперный певец. Но он хорошо поет? Он пел, не как певец. А для Пинчука он поет, он спел очень хорошо. Для Пинчука, вот скажем так. Для Пинчука он спел чудесно. Слушайте, репетировал, переживал.
Вот, молодец. Насколько они откровенны с вами? Вы становитесь друзьями, вы к ним приходите потом не работать, просто поздравить с днем рождения, или это Я честно вам скажу, я вам честно скажу, мне, наверное, мне приятно, когда они хотят видеть во мне, но я не готов к близкой дружбе с этими людьми, в принципе, но... Мне очень приятно, что я не могу с ними вести себя по-другому, и поэтому я с ними веду себя вот на «ты». Ну, не потому, что я там хам, или я такой... Я, в принципе, рубаха-парень в жизни. Ну, я вот так ко всему отношусь. Мне так комфортно. И они, видимо, чувствуют это. Они чувствуют, потому что... Виктор Михайлович, ну что ты не можешь спеть, ну елки-палки, ну это же подарок, ну давай. Ну Виктор Михайлович просто, мне кажется, человек очень либеральный. А разве не было в вашей жизни олигархов, которые говорили, ну Вов, ты не забывайся, нет? Которые вас сдерживали или одергивали? Нет. Нет? Нет. Я, ну, наверное, не всем можно что-то предложить. Вы правильно сказали, что Пинчук либеральный человек. Да, есть нелиберальные люди, я просто не буду им что-то предлагать такое. Ну, из ряда вон выходящий. Хочется, ой, так хочется, чтобы... А знаете, чего хочется? Почему иногда получается, вот как с ним, когда успел? Очень хочется, чтобы они показали людям, что они тоже в списке людей. Тоже, вот, знаете, в топе людей. Вот. И очень хочется. И поэтому всегда хочется что-то придумать. Ну, день рождения же у вас. Ну, елки-палки. Ну, опять будут все есть. Ну, не надо. Ну, давайте встанем. Ну, давайте какой-то что-то. Ну, что вы умеете, понимаете? Ну, все вас видели, как серьезных, готовых накрыть столы, готовых там... А вы что-то такое сделаете. Так как у вас работают практически ваши друзья, это своего рода семейный бизнес. Вы хотели бы, чтобы ваша дочь этот бизнес унаследовала? Да. Да? Да. Очень хочу. Очень. Какие? Но у нас нет такого унаследовала. То есть она не сможет. Если она будет лучше, она сможет. Какие у нее наклонности к чему? Пока к папе. Наклонности. Мы редко видимся, поэтому, конечно же, трепетно очень относимся друг к другу. А она очень живая. Очень быстро все запоминает. На кого похожа? На девочка. На маму, наверное, и на папу. Ну, она похожа и на меня, и на Лену. Да. Ну, какие-то... Ну, все хорошее у нее, конечно же. От папы, да. От мамы, от мамы. Ну что, у нас есть возможность зрителей познакомить с вашей второй половиной, с вашим надежным тылом. Хотите? Да, хочу. Давайте посмотрим. Они в школе, конечно, его в этом, все его друзья, они были местные знаменитости, все их знали. Все спектакли, все там школьные вечера, они всегда выступали, у них группа была, они там пели песни Битлз. Я не думала никогда, что, например, после школы мы с ним будем какие-то иметь отношения. Потому что они такие были звезды школьного масштаба, конечно. Со всеми самыми красивыми девочками они там все встречались, такие были знаменитости, короче. То есть нельзя сказать, что мы не были знакомы. Конечно, мы знали друг друга по школе. Ну, вот уже лично, глаза в глаза, познакомились только после школы. Мы общались, у нас такая была замечательная компания, мы все так веселились, все так вроде хорошо было. Ну, Во, провожал меня домой, ну, хорошо, ну, ха-ха-хи-хи. Пока, как бы он мне в лоб не сказал, я не понимала. То есть он уже нервничать начал. Ну, я реально намеков я не понимала, потому что я просто неопытная девочка была. В какой-то момент я уже стала, в принципе, понимать, что что-то он много мне внимания уделяет, но не знала до конца почему. И я решила как бы немножко прерывать наши отношения. У меня какие-то были там романтические взаимоотношения с другим молодым человеком. Вот. И у нас состоялся такой серьезный телефонный разговор, в котором я ему сказала, что, ну, мне кажется, нам стоит расстаться, и у меня другие планы. И вот по телефону мне несколько таких фраз сказал, которые заставили меня задуматься, подумать, ну, возможно, я что-нибудь теряю, надо как-то еще подумать, вот притормозить, еще посмотреть. У них был, ну, на моей памяти первый концерт, когда я видела его на сцене, когда они выступали. До этого я так, ну, все это школьные какие-то вечера, баловство. А тут у них был
такой серьезный вечер с билетами, которые продавали, все пришли, там, гламурное криворожское общество, все. И они выступали, и мне, конечно, очень понравилось. И я немножко по-другому взглянула на это, с другой перспективой. В принципе, очень веселый человек по натуре, такой же, как и на сцене. Ну, без этого бы он не выбрал себе такую профессию. Но у него в жизни очень есть такое качество характера, которое, я думаю, позволяет ему добиваться того, чего он хочет в жизни. Он очень ответственный, очень серьезно относится к работе, и работа для него на первом месте. Поэтому, конечно, это занимает очень много сил, очень много энергии, и иногда уже фейерверка для дома не хватает. Тогда человек приходит домой, ложится тихо на диван, и чтобы его только никто не трогал, просто посмотреть телевизор. А ты кого хочешь, мальчика или девочку? Да мне все равно. Все равно? Тебе все равно, кем будет наша дочь, да? Да, Селена, при чем тут дочь, а? А вдруг ты родишь мне мальчика? Когда я ему сказала, что будет девочка, то он сразу начал переживать, как это, что, а как же, ну, с мальчиком же легче, я же бы ему объяснила, а она вот будет на свидание бегать, что я ей скажу. В общем, у нас был когда-то даже такой разговор, папа планировал, как он будет отлавливать женихов, как он будет за ней следить. Это еще я была буквально там на 6-м месяце, но уже мы планировали, как она вырастет, как будут женихи летать во все стороны. В общем, чуть ли до скандала не дошло. Характер... Однозначно. Володина все время, вот уже где-то около года я замечаю за ней такие проявления. Она играет в такие ролевые игры, она все время, у нее вот кто-то там в руках, они там, у них диалоги какие-то, они друг друга там то ругают, то учат чему-то, постоянно она в каких-то ролях. Любит она там что-то себе сыграть, грусть или печаль, или веселье. Ну, такая, очень темперамент однозначно Вовин, потому что ее не остановить. Пока ребенок не упадет, не заснет, она будет бегать, прыгать, кричать. Ну, вот только что сложно было ее успокоить. Папа по телевизору когда видит, я думаю, что она расстраивается, потому что он там, а его нет здесь, когда она хочет его видеть. Поэтому она обычно не хочет смотреть. Выключи, не надо, я не хочу. Ну, ревнует папа, потому что вот он не дома. Но зато он всегда в телевизоре. Да. А как она воспринимает, вот когда вы обсуждаете, как она, вы приходите домой, она говорит, что она видела вас по телевизору, или как это происходит? Нет. Она, в принципе, не, Саша не обсуждает это со мной, да. В последнее время тогда она вообще отворачивалась, а сейчас она просто, а сейчас она смотрит, вот мы сидим, что-то шло. А я всегда переключаю. Если я присутствую и что-то показывают со мной, я всегда переключаю. Да, вы себя не смотрите? Да, я не смотрю. А работа над ошибками? Ой, ну вот я всех спрашиваю, ну как? Да, я слышу, я начинаю так в себе копаться и провожу. Да, я вспоминаю, мне очень трудно смотреть. А ей, она смотрит, а, вот папа, все. То есть она думает, что всех пап показывают по телевизору? Да, в принципе, ну а так и есть. Тех пап, своих друзей, которых она знает. Их тоже показывают. Их тоже показывают в этом коллективе. Поэтому у нее это нормально. Она ходит в детский сад? Да, в садик со всеми детками. У нас была няня. Была. Сейчас нет. А была няня, я просто вижу, какая она быстрая. Я так хочу, чтобы она вот как я. Я был в садике с ясель и был в школе в обыкновенной. Вот, и со всеми детьми, и спорта, и музыки. Угу. Я очень хочу, чтобы у нее так было. Мы можем гипотетически предположить, да, что украинская власть достигнет такого профессионализма и совершенства, что шутить не над чем будет. Что вы будете делать? Невозможно. Почему? Вы совсем не верите в нашу власть. Почему я не верю? Я наоборот верю. Не, ну вы же понимаете, что появится что-то другое, да? Ведь во все времена всегда были... объект юмора, и были темы шуток и так далее. Ну, сейчас это политика в основном. Хотя вот вы же приводите в сюжете пример, там, когда там жена в положении, муж приходит домой, да? Бытовые будете. Никто не отменял алкоголь, никто не отменял любовь к женщинам, никто не отменял, опять же, ту же политику, социальные какие-то вопросы и так далее. Все, что нас окружает, над всем можно шутить. Но сейчас более актуально это, и мы. А народ хочет слышать то, что они хотят слышать. А есть, вы знаете, что есть такие критики, снобы, которые говорят, что 95-й квартал, ну какой это юмор? Это сатира.
Для вас это важна градация вообще, на жанры? Вот вообще. Да? Да. А мне, меня вообще, в принципе, как таковая критика, если честно. Вот есть люди, которые любят, говорят, вот вы мне все равно что пишите обо мне? Лишь бы писали, лишь бы фамилию не перепутали. Луценко в числе таких людей? Вот Михаил Михайлович Поплавский так мне сказал. Да. Я говорю, Михаил Михайлович, ну вы не обижайтесь. Ну, вы же правильно, ну, правда же такая. Вы хороший, классный там ректор. И я вас там останавливаюсь, когда еду, вот из Одессы ехал. Останавливаюсь в кафе, и там никогда меня не отравят, и там вкусно. В вашей батьковской хате. Но на сцене, ну, мы же, ну, мы шутим. Ну, вы должны понять. Ну, вы так поете, мы так шутим. Вот, да? Он говорит, хлопцы, я вас понимаю. Вы, главное, фамилию не перепутали. Вот есть этот разряд людей. Я их уважаю за их позицию. Вот. А есть разряд таких людей, как я. Это другой. Я не говорю. Вот мне их позиция вообще больше нравится. Им легче жить. Я не просто... Есть кому-то все равно критика, да? А я болезненно к этому отношусь. Понимаете? Ну, то есть болезненно. Я в себе это ношу, я безумно переживаю, я начинаю скопаться, куча глупостей в голову приходит. Ну, очень болезненно. Вот. То есть вас вообще, что ли, лучше не критиковать? Советую. Да? Когда вы едете, если вы водите, бывают дни, когда вы водите? Да, очень редко. Да, если вас останавливает гаишник, как они реагируют на вас? Ну, сейчас я вам покажу, вы умрете. Так. Да? Наконец-то. Со всей строгостью. Да вы что? Вот представьте, вот такая строгость гаишник. Который идет, как, я, знаете, в рапиде, очень медленно, представляете себе, как в голливудских фильмах. Он подходит, он понимает, что Вова, ну он не знает, что Вова, но он понимает, что человек превысил скорость. Так. И он идет, подходит к этой машине, вальяжно, крупный, крупным планом. Я открываю окно, очень серьезное такое, знаете, каменное лицо без эмоций. А я открываю, опускается у меня окно, он меня видит и такой... Опа-на! Причем бывает, знаете как? Бывает, я не могу сказать в эфире, как это бывает. Бывает так, мать! Так это вдруг. Вот попёр. Это так смешно. Я всегда хохочу. Боже, как я вам говорит, выходите! Вы куда же мы торопим? И как вы нам дороги, всем гаишник. Ну куда же вы едете, 90, тут 60. Да ехать вам надо 50. Беречь же себя надо. Ну что же вы так нарушаете? Я говорю, ну я никогда в своей жизни ни одному гаишнику не нагрубил. Никогда. Я вообще очень сильно уважаю власть. И скорую помощь. Правда. Ну знаете, когда с человеком что-то происходило, он начинает уважать эти профессии. Так. И это, конечно, истерика, как они меня провожают. У меня был такой случай, смешнючий случай. Значит, я ехал, трасса какая-то, по-моему, крымская. Но смысл так, такой же опа-на меня встречает. Да. В общем, меня останавливали, ну, раз в 8. То есть они передавали? Они передают по рации. А как я понял, когда третий уже не мог скрывать свою улыбку, он ко мне бежал. Понимаете, он меня тормозил, я останавливаюсь и вижу в зеркало заднего вида, как он бежит с улыбкой. Я уже понял, я попросил его, я говорю, пожалуйста, я вас умоляю, я хочу доехать, я же не могу ночью приехать. А вы что, дарите диски ему, я не знаю, календарики со своим изображением? Вы знаете, я, во-первых, я не настолько амбициозен, чтобы иметь календарики со своим изображением, что и касается и визиток. Так. Вот. Но есть у нас какие-то календари, там, где мы все вместе, иногда они у меня перепадают. Это к тому, к демократичности нашей компании. Иногда перепадает и мне. Так. Вот. И я, ну, конечно, дарю. А так, в принципе, им все равно на чем расписаться. Ну, то людям на память там могу, на гривну могу дать. Расписаться. И, кстати, смешно. Есть же такой, да, там, ну, стереотип. Мы даем деньги гаишникам. Вот, знаете, в моем случае наоборот. Они мне дают. А я расписываюсь и возвращаю. Отлично. Ну, что я вам скажу, дорогой мой Владимир Зеленский. Вы же знаете, что в этот период кризиса, который мы сейчас имеем, да, несчастье переживать, большая ответственность лежит уже не на власти, а на творческой интеллигенции. Да. Да? Да. Поэтому теперь от вас зависит душевное состояние нашего населения. Вы это чувствуете? Я чувствую. Вы знаете, я к этому настолько... ответственно отношусь. Вот вы даже не представляете себе. Безумно.
Я просто понимаю, что вот настало время зрелищ, да? Вот, понимаете, не хлеба, так зрелищ. Вдохновения вам, всяческих успехов, ну и, надеюсь, не последняя наша встреча. Я уверен. Удачи. Не дождетесь. Удачи и всего наилучшего. Спасибо, удачи. Володимир Зеленський був нашим гостем сьогодні. Це позаочені відомі факти з життя відомих людей. На все добре. Спасибо огромное. Спасибо. Что сегодня, день милиции у вас да. будет? Что вы там покажете? А, вот этого гаишника. Вот, да. Да, да. да. Ну, есть еще один там номер опасный, не знаю, не знаю. Кто там герой? Там у нас наша америкаша из пародии, там смешной номер. В общем, такой там Саакашвили и Ющенко, два героя. И Буш, три героя. А там есть репетиция какая-то? Думаете, ну, могут, да. могут вырезать? Нет, ну вырезать нет, но есть же внутреннее ощущение, туда ли это, ну, надо то ли это место.